I didn't know it did. I did. Check. И в этой сути дела. Увы, хорошо. Ос.
вначале что-то поправляешь, у нас сразу план. А ты расстраиваешься. В этой ситуации и не собраться, и не сделать. Ты у нас после вчерашней тренировки болела, путалась, не разболилась, ну, не рассыпалась, не сломалась как бы, да? И в итоге сегодня пришла, поделала лишнюю, то есть некоторые вещи исправляешь сразу. Ну, ты быстро заходишь на этот план. То есть не надо многократно катать, катать, сразу складываешь на ритм. Санька, сосредоточься. Ты сейчас должен находить в состоянии повышенной тревоги, так что ты в руки себя взял, потому что ты явно ничего не будешь делать, понял? Напрягли, ты засуетился, логично. Вот я тебя напряжу, ты подсуетился все это просто так. Помощь лучше тебе оказать. Когда я тебе пробую все эти действия, то она помощь не оказывается. Майка на морде. Ну ты. С этим ворота нужно лучше убрать. Обязательно, чтобы центральную линию прошло не высоко, а пониже. Мугли, хаджи. И в конце, а вот центральную, чтобы прошло. Ос. Ше. Ше. И еще разок. Один переход, один шаг вперед. Запомните, как делаете. Сань, посмотри, какие есть ошибки, Макс. Либо есть, нету. Раз, отжимай. Второй разочек, отжимай. Вы за один сказали, один сказали. Сон. Молоты. Ше. Отжимай до конца, отбори. Ше. Ну, вроде не было таких критических, как бы. Просто мне показалось, что вы переходите и в конце по линии, ну, сразу же, не замах, готовились, перешли, сделали. Тут еще акцент, чтобы было такого по центру. А как бы перешли и потом уже сделали. Ну, как старшие пояса делают. Как. Когда накатаешь, переходишь к такой как раз, ну, к такому варианту. Вот. А, Сэйкон, Мали, Учи, Укэ, Эйнон, Мали. Май вперед, Сэйкон против удара. Сэйкон, Май спереди, удар, рукой спереди, Учи, Укэ, это на рай. Сбили, сделали змею, сделали мулы. Два разика. Раз. 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 И чуть-чуть ускоряемся. Вышка впереди по 90 градусов согнута. Здесь мы сделали. Вот так вот. Раз. Так, ну, блоки мы сделали. Взяли мои 9 соток. Ножкой не топаем, ударную часть формируем. Потом раз вниз, опускаем ладонь на носочек. Мугурой, хаджи. Кирилл, убей. Раз, два. Ше-ше. Молодцы. Что-то не то. Ну, не в том порядке сделал, как бы отвлекся. Там у нас масло рукой будет тоже отвлекает же, правильно? То есть ошибся где-то. Вы должны сделать свою программу. Не важно, что она отвлекает вас. В жизни так же будет. Отвлеклись на что-то другое, сделали не то, пострадали сами. Где-то в большей мере, где-то просто в магазине успели отвлечься, короче, магазин закрылся, вот такие, блин, я не сходил. Ну, не сходил, так не сходил, ничего не делал. Жизнь. Ну, вы, так что. Старайтесь вместе с ними. Ше. Все, это голову. Поворот. Ше. И еще. Отжимаем кусочек. Раз. Я тянем. Пальчики на себя. Лучше будет, если когда делаешь, чтобы тебя не курочило так. Значит, тебе растяжка, что-то неудобно. То есть, ну, что-то не то как. Когда ты ровно ручки держишь, спинка ровненькая, ты сделала, поставила лучше, чем ты. Понял? Реально выглядит неуверенно в себе. Аня и Аня делали, ну, кели на ее вот отсюда они. То есть выше отсюда. Да. Шире полностью движение. Шире. То есть можно и отсюда, можно и просто так сделать. Ну, и здесь же так. Раз, хоп. Ага. Раз. На уровень. Да. Тюнер моя гири тюсоки. Средний я подсуду тюнер. Назад. Тюнер. Вот.
Ты. Шер. Делается двумя руками. Раз. Раз. Когда делается удар, задняя нога на мостучек становится. Двумя руками. Хикиты. Одной прикрыть. Приготовились. Ноги сделали. Подошли назад. Как в поединке. Чу-чу. Угры. Хочу. Ос. 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 Поднимает пятку вверх. Они заблокированы и не пятку не поднимает.
Дядюшка надо поднимать. Разочек давайте сделаем, обучательно посмотрим. Мурик, как он? Ос, ос, ос. Пяточки не должны отчитать. Ос, ос, ос. Вот они хорошо. Ос, ос, ос. Это страшно. Шен. Ос, ос, ос. Перешли, либо как бы, ну, то есть мало-то, когда вы делали, то есть перешли, ос,
замечание сделали. Рука зашла за центральную осевую, вот эту, ну, линию атаки, за линию атаки. Раз, освободили, плечи также повернули и вкрутили с бедрами, ну, с плечами вместе. Пойдем с вами сам. Есть? Я вас до 9 забрал. То есть 5 до 7. Могу ли? Хорошо. Ос, ос, ос. Мугури хаджи. Ос, 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 ос,
сказали? Ос, ос, ос. Провернуться, а потом уже делать. Ос, ос, быстрее делать, попробуй быстрее. Раз, ос, раз, ос, раз, ос, раз. Ос, раз, ос, раз. Ос. На ура. Алена, в ту сторону к маме, ты поворачиваешься. Прикрыв сюда сам. Ей. Мугли, хажем. Ос, ос. Ос, ос, ос. Быстрее крутись, полный стыч. Ос, ос, ос. Сейчас. Сразу просто повернулась сразу быстрее. Ос. А быстрее не поворачивайся, это на время, как поворот это больше делает. Ос, ос, ос. Шеф. Ос, ос, ос. Ос, ос. Лишь нет, понятно. Ты сразу делаешь блок в этом положении. А можно замах вот. С этого положения сделать блок. С этого сделать блок. То есть повернуться к противнику, закрыться. Сделать блок, освободиться от противника. Да. На ура. Ос. Теперь ты туда поворачиваешься. Они сюда, то, а они сюда. Таким сюда сам. Ей. Мокрый. Хожу. Ос, ос, ос. Молодец. Ос. Ос, ос, ос. 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 Ос, шеф. Ос, 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 ос. Ос, 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 ос. Ос, 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 шеф. Ос, ос, ос. Ос, 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 ос. Давай. Ос. Так. Они поворачиваются направо. Направо и налево. Дышишь. Ты как стоял до этого? Так же стоим. Слушай внимательно, что говорят. Поворачивайся направо. И налево до этого. Поворачивайся направо. А Алена поворачивается тоже направо. Раз. И налево тоже поворачивается. Понял смысл, да? Алена, шаг в левую сторону и два шага назад. Раз. Раз. Два. То, что, скорее всего, это не перепутало лево-право, это просто уставшее. Не сориентировался, раньше не делали плакату, да? Ну, это для меня определенный показатель. Аня, шажочек назад. И вот эти. Ос. И трюк с ужасом. Ей. Ой, как это? Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ше. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ос, ос. Это мы и делаем. Ше. Вот вы знаете, рисунок это помните или нет? Ос. Чтобы не получилось, что вы новый зал пришли, когда вы не были на больничном. Вот изменились. И в исходное становимся туда. То есть кто-то чихнул, посмотрели случайно на кого-то, сбились, и вот вас. Если еще самообладания нету, то может все еще хуже стоять, рассыпаться. Тут надо и самообладание, чтобы его самообладание было, надо прессовать стрессовую ситуацию. Тогда оно будет сначала будет тяжело, потом привыкнете, потом станете быстрее, потом перестанете расстраиваться. Аня, шажочек, два шага назад, раз, два, молодец. Так, ну, все на самом деле. Просто просчитывайте себя в левую сторону, в правую, на центральную тут. Каждый раз помните, в какую сторону заранее для себя отметочки, в каком порядке делаете, запомните, каким сторону сам едем. Мы хотим. Ос, 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 ше. Ос, ос. Ну, длинная зашла, там высоту сторону поворачиваюсь. Раз. Ос, ос, ос. Сейчас противоположную сторону. Ну вот, давай. Молодцы. Аня, ты сюда, Аня, туда, напротив нее. Найдем сюда сам последний раз. Ей. Сюда, сюда. Чтобы в любую сторону, какую бы ни
сами сделали, чтобы, значит, вы помните рисунок как бы. Это для вас, вы сами себя проверяете сейчас. Да? Я просто задание новое даю, как самостоятельно работать, вы не делаете. Как сон сам? Мугуры, хаджа. Парни, это опыт, я не знаю, все прокатаем. Коленочки в сторону не оставляй. Да. Ос, ос, ше. Александр, что вы хотели сказать? Алена делает кулон для дорожки по 45. Ровненько, если выпрямить, чтобы идеально ровно было, чуть-чуть не довернуло, вроде незаметно, да? А когда выпрямляешь, видишь как. То есть надо контролировать каждую часть тела и такой прочее. Но мы знаем, как вас можно сбить. Знаем? Как? Поставить их спиной на руку. Они уже делают это, не сбиваются. Не получается сбить один раз. Я запомнил. Ну там как? Напомнила об этом так, чтобы ты вот чуть ли не покраснела это самое, как бы ты запомнила про это. Не за просто сказал, но не запомнила. То есть я тебе помог напомнить, ты тогда обиделась, на меня ходила, я помогал. Понимаешь? Поэтому нужно верить в тренера, без всяких вот гвоздей, без вариантов. Если он делает, значит так надо. Тогда будет все получаться. Начинаешь ставить под сомнение, отрезаться туда-сюда, там размышлять, будут проблемы. Не я, потому что там не слушаюсь, не делаю этого. Так лучше для тебя для вас команды. Егор? Мне после какуцу дать, они приходят в цингуцу, у них по обоих, но рисунка получается. Просто? Нет. Вот они стараются делать низко, и у них получается как вот так вот. Шаг, потому что не длинный делаете, вот так вот получается. То есть надо оп, вот так уже нормально. Шажочек подлиннее чуть-чуть. Мы знаем, как вас Егор, становись сюда. Лицом к Ане поворачивайся. Макс и Санька становятся сюда. И, ну, в любом месте, в двух метрах от них, ближе двух метров не приближаетесь. Два метра лицом к колене. Оба лицом к колене. Вы двигаете, ты в эту сторону, ты в ту, и стороны шажочки. Ты так же бегаешь, так же, понял? Такёку сану-сан. Ближе двух метров не подходит, они должны вас споткнуться. Вы должны в любом случае как бы сдернуть этот метр, чтобы не задеть. Вот посмотрим, собьётесь или нет. Просто делаешь катер, всё. Вот мне нужно будет отключиться от всего, что не происходило в жизни. У тебя задача, ты должна её сделать. Как ни крути. То, что кто-то так бегает, это их не проблема. Это они как бы. Идёт солнца. Едь. Отжимай. Ось. Разные стороны едь. Ось. Так, чтобы никого не задеть. Не задеть никого, Макс. Вокруг неё там должен быть. Макс, не задеть лицом к ней, не спиной поворачиваться. Давай. Ну и кто тут смешно выглядел? Те, которые вокруг не сбились, или те, которые... Ты чего к ней спиной-то поворачиваешься? Думай, головой надо. Задача такая. К ней спиной и крутишься. Это тебе задача. Ты смог ее выполнить? Не смог. Ты смог? Лос. Он смог? Он смог? Макс смог? Поворачивался спиной и втыкался в нее. То есть я должен безопасно при нее был. Ты ее только должен был отвлекать. Потому что когда мы будем как-то делать на экзамене, будем переходить тихонько туда-сюда, сбоку какой-нибудь крендель обязательно собьется, и вы на него так же, как вот на них, посмотрите и тоже собьетесь, понимаете? Поэтому вот эти сейчас крендели тут имитировали тех крендель. Они бегали и отвлекали вас. Понимаете? Поняли для чего это? Чтобы вы не отвлекались. В жизни будет так же. Утром тебе надо сделать то-то, то-то, то-то. Ты знаешь это.
Вот как вот он бегал, как они бегали вокруг нее, это ваш страх, это сомнение, это подушка, которая тебя вечно с пути куда-то сбивает, короче. Вот они бегают, а у тебя задача, тебе должна, ты должна свое сначала сделать, а потом уже как бы подумать, если время на другое, тебе еще отдохнуть, пусть на приоритет свое. В жизни так и будет, кто-то будет постоянно сбивать, отвлекать свой интерес туда, внедрять как бы. А у тебя задача, ты должна сделать его. Эту задачу как бы определенную. Работа, туда-сюда, там, 5-10, такие дела. И у тебя также будет, и у вас тоже. Так, что там, садятся, молодцы. Вы тоже будете крендели. Так, у нас следующий, кто? Марс, там, 7-й, да?